Ну что, ребят, продолжаем трешечок на аккаунте победителя Никиты с ником Сурок. Сегодня, точнее сейчас и сегодня я буду ему ролить недостающих героев. У него очень много недостающих героев. Нужен Бигфут, Анубис, Сед... Ой, мы Седну с прошлого видоса не открыли. Седна тоже у нас уже есть. Что-то я завтыкал на радостях. Вот так вот. Сразу же недостающего героя за пару секунд, ребят, мы выловили. Так. Смотрим теперь еще раз. Бигфут нужен. Анубис. Афинка ПБшка. Ронина Сура, Махатма. Рогатка. В общем, вот так вот. Ну, может, еще кто-то. Так, у нас есть 148 тысяч самов. И мы будем ролить... Ему соточку ровно он попросил оставить, об этом уже говорил, поэтому почему не исполнить его желание? Так, у нас там сегодня пирата нету, поэтому поехали. Место у нас вроде есть. Надеюсь, мы вытащим еще пару хотя бы недостающих. Так, фараон. Спасибо, фараон нам... Студеные как падают, жесть просто. Так, хранитель. Валька. Королева Гарпий. Дракос. Ну просто сыпет, ребята. Только не то, что надо. Ворожей, неплохо. Блин, где все? Только хотел сказать, где все, ребята. И тут сразу нам повелитель бури. Ну что, поздравляю, еще один недостающий герой у тебя есть. Так, нужна Афинка. Блин, и Анубис нужен. Королева Гарпий. Так, Анубис, приди. Так, Рину. Еще один повелитель бури. Ну, Рину уже на повторке. И ПБшка, фея. Ведьма. Ниндзя. Так, Ронин и Асурик нужен нам еще. Так вот почти три упало. Укротитель. Походу, пора идти в рейды. Так, Атлантик. Да, блин, без Анубиса, конечно, этот аккаунт не так смотрится. Паладин, Химка, Кенди. Ну, что-то я не знаю, прям печаль какая-то. Хотя пару недостающих упало, но, блин. Где Анубис? Где, блин, Анубис? Сразу же паладин. Паладин ворожай. Смотрите, как после рейда Седна, повторочка, огонь. Малышник. Вот оно что. Валька. Сразу же посыпалась. Медуза. Сердцеедка. Так, блин. Есть Махатма. Ребятушки, это Махатма. Поздравляю, еще один герой. Бабульки вроде тоже не было. Да, это оно. Блин, Ронин Асура нужен. Ронин, конечно, ПБшка. ПБшка Махатма. Давайте их сразу откроем. Ну, теперь аккаунт будет
я думаю, намного быстрее развиваться. А мест не хватает уже там у него по местам. Зачем три вальки? Ну, короче, посливает кого-то. Блин, а ну его надо. Или Афинку. Ну и Ронина было бы неплохо. Под битву гильдий. Сноу. Заклинательница. Дед Мороз. Красный нос, борода из ваты, призрачный. Бугимен! Вот так вот. Даже мы еще отсюда Бугимена вытащили ему повторку. Что я могу вам сказать? Ребят, это просто эпик. И еще сразу же второй Бугимен. Ну давайте еще какую-то имбу нам. Смерть. Это просто жесть. Купидон. Профессор Риббит. Не знаю, есть у него, нету. Блин, а Сурика бы словить. Да и Афинка нужна, блин. Без Афины тоже печально все. Ну. Это просто, ребята, это просто жесть. Махатма еще вторая. Ну мы, короче, сегодня офигенных героев. Ну просто, блин, бешено падает. И герои падают кайфовые, я вам скажу. Малышник. Дед Мороз. Паладин, Медуза. Дед Мороз. Так, Бог Грома и Друид. Все, 50-ка я ему оставляю, как и он просил. Так, окей. Поехали сюда. Что у нас тут вообще делается? Мохнатка, Каменка. Ну, вон там Бугимен. Бугимен, пятая утикаха сразу, фига себе. Вот это так повезло. Ну, в общем, у него по талантикам проблем не будет. Так, можно кого-то даже подкачать. Давайте так сразу посмотрим, что у него есть. У него единственное там таланты хромают. Ну, у него теперь герои есть с талантами, думаю, это будет не проблема. Тем более их продают. Тыковку надо будет ему докачать. Десяточка. Так, Воржей 11, Хрон, Рейка, Кубчик 11, отлично. Так, ну что, я ему сделаю еще один подгончик. Поздравляю, у тебя теперь есть еще Иронька. Вот так вот. Вот так вот, ребят. Давайте бомбите, бомбите, что это все подстава. Так, Ронин тоже у тебя есть, ты уже потом посмотришь видос, поосвобождаешь себе места от героев. Давайте коробочку откроем ради интереса. Бехрлёво. Так, что у нас там еще? Священный огонь. Ну, СОшку, в принципе, у него тоже есть кому ставить. Порочный пак для Анубиса, которого пока, к сожалению, нет. Ну, блин, Бугимены, Махатмы, Седны, ПБшки. В общем, все, что надо, у него есть. Ронин есть. Даже есть пятый сетик.
Орочки. Отличная вещь. Так, ну, грубая. Давайте сумочки пооткрываем. Вот так вот. Ну, начало Асурика есть. Так. Вторые сумки. Ого, ничего себе. Вот это так поперло. Вот самые кайфовые сетики для некоторых локаций. Отлично, выживание есть. Сет первый. Ну, вроде как бы все. Так, у нас есть еще две карты. Давайте попробуем. Может, отсюда попрет. Ребят, это просто мега удача. Это просто топовый роллинг и топовая прокачка аккаунта. Таких героев повыбивали. Ну, просто жесть. Еще и Афину достали отсюда. Ну, что, Аньки, поздравляю. Теперь у тебя есть, я думаю, практически все, кроме Анубиса, для хорошей игры. Вот так вот. Все, с вас, ребят, по лайку, комменты, все дела. Всем удачи, всем пока.